городском центре социальной помощи города Днепр функционирует 3 отделения. Сейчас мы находимся в одном из отделений, называется оно отделение по предоставлению социальных услуг для бездомных людей. Основной целью отделения является предупреждение бездомности, выявление и ведение учета бездомности, бездомных людей. Основные услуги, которые предоставляет отделение, это постановка на учет бездомных, это регистрация людей бездомных с последующим устройством в дом-интернат и в реабилитационный центр. И основное это содействие в восстановлении документов, которые они потеряли или их не было вообще. Забираем автобус, организовываем флюорографический осмотр дерматолога комплексом сразу, чтобы они не теряли время, чтобы они не теряли этот промежуток, который мы им выписали. И сколько вообще вот условно там по времени? То есть он же не может жить здесь вечно. До полугода у нас. До полугода. Да, по положению, пока до полугода. За полгода он должен, мы ему должны помочь, а он должен хотеть получить эти услуги.